Всем здорово, с вами Снэпер, и мы продолжаем проходить Гуську 2 Ночи Ворона. Как вы помните, в прошлой серии мы убили еще кучу тварей на чертогах Кирдората, убили еще одного дракона и сделали зелье, которое нам прибавило плюс целых 15 очков силы. В этой серии мы будем открывать вот эту дверь. Успеем ли мы сделать что-нибудь еще? Я не помню. Так, скелет Мракориса. Умри, пожалуйста. Так, тут мы находим еще свитки, зелья. И чертова ничего. Так, ага, мы пришли отсюда, значит, ага. Так, значит, нам туда, все ясно. Так, сохранимся. Ты пришел, чтобы бросить вызов мне и моей работе. Ты обречен на поражение. Никому еще не удавалось пройти в мой склеп. Поворачивай назад. Тебе никогда не добраться до священных чертогов Ирдората. Но это мы еще посмотрим, ключник. Так, у него есть нужный нам ключ. Так, тут вроде бы ни на что нажать нельзя. Да, тут ни на что нажать нельзя. Так. Что же, возвращаемся обратно наверх. Так. Да, в этом помещении я очень часто путаюсь, если честно. Ух ты ж, ё! Несколько элитных орков. Я там еще и видел орка-шамана. Ну что ж, с элитными мы разобрались. Теперь очередь шамана. Отлично. Так, ничего полезного у него нету. Так, мы находим здесь неплохой меч, который называется Несущий Бурю. Также мы находим здесь тоже неплохой меч Сила Рун. Так, вот, Несущий Бурю выглядит так. Так, Сила Рун, вот. Ну, естественно, они не сравнятся с нашим когтем Белиара. Так, идем дальше. А, мы попадаем сюда, все, понял. Так, как я говорил, я часто путаюсь вот здесь, поэтому я буду часто сохраняться. Так, зомби. Как сказал бы в этом случае Гендальф, вы не пройдете. Так, хорошо. Зомби мертвы. А теперь самое сложное. Так, или... Так, стоп. А, нет, значит, это не здесь. Так, ладно. Так, тут тоже ни на что нажать нельзя, ладно. В таком случае выпьем еще одну быструю селедку. Так, и... Мы снова здесь. Так. Что ж, теперь поднимаемся сюда. Тут у нас никого нет. Так. Ну, ладно. Или я здесь просто уже был? Ну ладно, это не столь важно.
Ладно, эти комнаты мы вроде бы все зачистили. Теперь открываем эти двери. Так. Значит. Включим этот механизм. Вот одна решетка открылась. Так, следующая дверь. Тут точно такой же механизм. Ой, черт, главный герой, нет. Так. И еще одна решетка открылась. Так. И теперь я буду, скорее всего, просто трындец как фейлиться. Так. Ага. Так, два скелета. Здесь образовалось два скелета. Которые неплохо отражают мои удары когтем Белиара. Да что ж такое-то? У них слишком длинные мечи. Ладно. Хорошо. Хотя бы с ними мы разобрались. А теперь самое сложное. Надо в правильном последствии нажимать переключатели. Так, и теневые войны, как же я их ненавижу. Ух ты! Повышение уровня. Неплохо. Так. Теперь в правильном последствии надо нажать вот эти вот рычаги. Поэтому здесь мы действуем методом сохранения, загрузка. Так, это выключатель. Отлично. Вроде бы никто не появился. Этот. Так, пока что вроде бы все правильно. Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. Черт возьми, нет, неправильно! Черт! Нет, судя по всему, надо нажать в какой-то другой последовательности. Попробуем тогда с этой стороны начать. Так как какая тут последовательность правильная, я не помню. Но тут действует метод моего рандома. Нет. Это была неправильная комбинация. Ладно. Ну что же, тогда пробуем и... Пробуем просто разные варианты, пока у нас не получится сделать то, что надо. Возможно, так. Нет, опять не так. Да что ж такое-то? Да, чувствую, я тут задолбаюсь. Так, ладно, начнем тогда, пожалуй, с среднего. Потом, допустим, этот и вот этот. Отлично, наконец-то, сработало. Теперь можно и сохраниться. Так, делаем вот так вот. Отлично. Я надеюсь, тут никто не захочет появиться. О, нет! Орк нежить и теневой воин! Нет, ну я так не хочу, ну... Пожалуйста, игра, ну... Игра нас просто очень любит троллить вот такими вот неожиданными поворотами.
Так, ладно. 40 мимо, вроде бы разобрались. Это хорошо. Так, хильнемся. Остановим нашу ману. И нажмем на этот переключатель, который здесь появился. Ой, тьфу, блин, я пошел случайно не в ту сторону. Ладно. Значит, нам надо туда. Так, вот, нажимаем на этот переключатель. Так, с какой стороны у него кнопка-то? Вот она. Ну, это еще далеко не все. Это еще далеко не все. Так, не понял. А почему двери-то оказались закрытыми? Я же... господи. Ладно. Ладно, нет. Фиг с ним. Так, ладно. Да грёбаный огонёк. Так. Возможно, нам надо туда. Хоть я в этом и не уверен. Да, нам надо сюда. Но тут появляются всего лишь скелеты гоблинов. Они для нас опасности, в принципе, никакой не представляют. Отлично. Ну что ж, я, конечно, сомневаюсь, что тут та же самая комбинация, но рискнем. Рискнем. Нет, увы, здесь не та же самая комбинация. Ладно. Снова промах, ладно. Значит, в первую очередь, судя по всему, надо нажать вот на этот переключатель или... А, на этот. Скелеты гоблинов появляются, только мы подходим к любому из них, да? Ага, значит, возможно, я... Так, ладно, ну что же. Пытаем заново свое счастье. О, нет! Это было неправильно. Так, ладно, сначала перебьем этих гребаных гоблинов. Вернее, их скелетов. Сохранимся. Тут ловушка действует уже немного по-другому. Тут скелеты не отреспавнятся. А это помещение оказывается в дыму, которое... наполняется таким газом, который вредит нашему главному герою. Так, нет, неправильная комбинация, ладно. Попробуем тогда с этой стороны. Допустим, так. И вот так. Нет, опять неправильно. Ладно. Тогда, возможно, надо сначала на боковые переключатели, а потом на средний. Нет, опять неправильно. Да что ж такое-то? Тогда, возможно, точно так же, только другой последовательности.
Да нет, но вы издеваетесь. Так, какую комбинацию я еще не пробовал? Возможно, начать надо с среднего. Потом этот. А потом вот тот. Ну неужели, ура, сработало. Сохранимся. Теперь можно сохраниться. Хорошо. Так, появилась еще одна такая колонна. Так. Теперь никто не хочет здесь появиться, нет? Скелет-маг! Это было обязательно сейчас? Так, у нас есть ледяная волна? Да, есть. Прошу вас всех заморозьтесь. Так, скелет-маг, ты тоже заморозился? Уф, черт! Нет! 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 Капут нашему главному герою. Хотя скелет-маг, в принципе, неплохо уничтожает этого скелета, пытаясь попасть в нас. Он попадает в скелета. Так, отлично. Избавились от этой долбанной заморозки. Теперь надо завалить этих скелетов. Фух. Хорошо. Так. А куда теперь-то? А, вот. Так, что ж, нажимаем сюда. Так, и что теперь? А что теперь, даже я сам не помню. Должны быть еще переключатели, это да, но... Где? Так. Нет, но я вот этого не понимаю. Решетки должны, в принципе, как-то открываться. Может быть, еще раз подергать за те рычаги, не знаю. Может, сработает. Ну, ладно, попробуем тогда так. Подергаем снова за рычаги, почему бы и нет. А, да, и правда, оказалось именно так. Тогда все становится ясно. И вторая решетка, значит, открывается так же. Ага, отлично. Хорошо. Можно сохраниться опять. Так, пока что никто не отреспавнился, хоть это меня радует. Нет! Только не теневой воин, пожалуйста! Как я их ненавижу! Сохранимся. Еще раз. А здесь... Что? Кто? Ищущий... А, ну, ясно. Все ясно. Переключатель. А, здесь только, только одна кнопка. Да ладно. Ну, ладно, это хорошо. Так. Сейчас стопудово отреспавнятся какие-то твари.
поэтому сохранимся снова. Да, скелеты. Теневым воином. Так. Отлично. Осталась всего лишь одна такая комната, которая находится, судя по всему, вот там. Снова сохранимся. Так, идем вот туда вот. Тут у нас два зомби и скелет. Скелет из них, естественно, самый опасный. Так, черт, не блочь, тип, ну пожалуйста. Хорошо. С этими тварями мы разобрались. Да ладно. Появилось еще два переключателя. Ну, ясно. То ж так. Ну что ж, нажимаем этот. Потом, допустим, этот. Ух ты, смотри, правильно. И последний вот этот выключатель. Отлично. Считайте, дверь открыта. Так, сейчас стопудово отреспавнится еще какие-то твари. Скелет маг, как обычно. Я даже не удивлен. Так. С этими тварями мы разобрались. С этой грёбаной нежитью. И тут, оп, фокус. Дверь не открылась. Почему? А потому что сейчас... А сейчас сами увидите, почему. Вылез еще один такой камень. И теперь дверь откроется точно. Что ж, сейчас откроем эту долбанную наконец-то дверь. И на этом завершим серию. В следующей серии мы закончим все наши дела на чертогах Эльдората. Мы убьем главное зло. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу. Всем удачи, пока!